проблемы же. Едем, возвращаемся обратно. Ограничения, скорее, как у всех, но то, что они его не соблюдают, это уже другой вопрос. Вчера, условно говоря, когда я добирался с Карачаевска, с учебы домой, наш газелист вообще соревновался с каким-то своим другом на дороге, мы чуть вообще не умерли. На газели с людьми, полными людьми ехал и на обгонки, да, перегонки. Уже стихи. А вы что, ему ничего не сказали? Нет. Там вроде сказали, сделали ему замечание. Он продолжал, да? Нет, после замечания он не продолжал. Не продолжал? Да. Ну, слава богу, тогда послушно. Другой бы мог сказать, сиди. Да. Дай бог всем. Да, сейчас на дорогу. Потому что и войны не надо. Вот, ребята, как хорошо, что ты затронул эту тему. Или мы затронули. Сколько людей погибает на дорогах. Да. Это шофера, водители, это пешеходы, это пассажиры. Сколько людей? И все это скорость, и все это в хмельном состоянии, и все это в наркотическом опьянении. Неужели так трудно любить свою жизнь? Любить. Когда ты рулишь, люби свою жизнь прежде всего. Если ты будешь с любовью и уважением относиться к своей жизни, будешь ехать уважительно, 80, 100, не больше. А то я еду 100, а он с людьми едет, обгоняет меня. Это куда годится? Еще и пибикает, чтобы я дорогу дала газелисту. Это разве правильно? Это неправильно. Да, да, слышали, в Новой Жигуте же бабушка и внучка умерли. Им навстречу, буквально недавно, две недели назад. Они на дороге шли? Нет, им навстречу выехала машина. Они шли по дороге или ехали? Они ехали. А-а-а. Там была вся семья. Мать, сын, невестка, двое внуков. Ой, вот. Я не слышала. Внук и бабушка умерли, а остальные в реанимации. Ой-ой-ой, а как так получилось? Ну, на них выехали на встречную полосу. Аллах Аланджан Детлецин. Говорят, сын в реанимации еще и даже не знает, что там умерли. Посмотри, какую пятерочку. У нас в городе тоже пятерочка появилась. Причем такая огромная. Да, ту машалла. Карачаевск наш в столицу превращается потихонечку. Стольный город. Да. Я бы хотела Карачаевск, чтобы назывался Шамшахар. Ну что вот Карачаевск? Карачаевск, и ясно, что Карачаевск. Ну, Шамшахар. Нет уже городов по названию, по национальной принадлежности. Город Украинск, город Балкарск, город Кабардинск. А почему Карачаевск, почему Черкесск? Они вот национальные чувства пробуждают у людей, которые не хотят далеко мыслить, глубоко мыслить. Вот именно если черкес, то черкесы, карачаевцы, то карачаевцы. Это неправильно. Республика пусть будет Карачаево-Черкесская. И то почему через дефис? Потому что многие мои подписчики спрашивают, вы из Карачаево-Черкесска, говорят? Я говорю, нет, я из Карачаево-Черкесии. Это республика. Карачаевцы и черкесы основные. Ой-ой-ой, чего он там едет задний? Задний ход. Ну ладно, проезжай давай. Вот. Неправильно понимаете понятие. Потом простых
Кабардино. Кабардино – это признак чего-то высказывает, но никак национальную принадлежность. Да.